Всем привет, ребят, с вами Македон Плей. Сегодня мы начинаем проходить с вами игру Among the Sleep, что переводится среди сна. Да. Вот. Значит, в этой игре, как я понял, будем играть за ребенка. Ну, что, посмотрим. Так, управление. Ага. 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 Окей. Нет, любую клавишу. Давай. Нажал. Ух ты. Что это такое? Что это такое, что ли? Привет, сладенькая. Ты уже допила? Ой, осторожнее. Она может разбиться. А я уже. Это займет всего минутку. Мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. Какое управление здесь. Давай посмотрим. Так, так. Прекрасно. Секунду, мамаша. Ух ты, прикольно, типа ладошками закрывает лицо. Так, ладно. Настройки управления, чувствительность. Вот так вот, да? Назад, назад. Вот так получше, да. О, посмотри на себя. Ты очаровательна. Happy birthday, sweetie. С днем рождения, сладкая. Wow, 2 years today. Сегодня тебе 2 года. Oops. I think I know a little someone who's ready for some cake. Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортика. Чух-чух-чух-чух. С каких пор детей тортом кормят вообще? Here it comes. Смотри, он бежит в туннель. Тихо. Так, блин, зубы выбьешь, если что-нибудь уже появилось. Я скоро вернусь. Я тоже. Как мне выйти? Так, удерживайте левую кнопку мыши, чтобы что-то удерживать. Давай. Ну. А еще типа телекинезом обладаю. У меня руки-то здесь. А, наверное, туннель, да, надо открыть. Используйте левый контрол, чтобы ползти. Блин, прикольно такое сообщение. Оп. Используйте левый так, чтобы быстро бегать. О, прикольно. Ау. Удерживайте лафмобатом, чтобы толкать предметы. Ну и... шкаф. Прикольно, прикольно. Прям симулятор этого младенца. О, поползли. Мы можем выйти? Нет, мы не дотягиваемся до ручки. А что мне делать? Куда мне идти? Удержите левый батон и перемещайте, чтобы открыть сундуки. Ага. Давай. О! Hey, you found me. Эй, ты нашла меня. Ой, ты меня нашла. Так, правильно. My name is Teddy. Меня зовут Тедди. Nice. Приятно познакомиться. Hey, а тебя как? Тедди, а какого хера ты вылез и залез как-то назад телепортившихся? Not much of a talker yet, еще не разговариваешь, да? Типа того. Let's play a game. Давай поиграем снова. I know. Ты думал, ты отвернешься, я спрячусь
Ты отвернешься и спрячь розового слона. Давай. Come here. И Turn сюда. around and cover your Отвернись и eyes. закрой глаза. Ну. Нажми Escape, чтобы прикрыть глаза. There. You can Вот. look now. Можешь искать. Ну ты оттуда пошел. Warmer. Значит, он там где Getting warmer. Становится теплее. Super warm. Очень тепло. Но здесь нет ничего. Поэтому он здесь, наверное. Super warm. Очень тепло. You Ты found нашла it. Его. Это его страшный слон. На, лови. Ты где? Ты здесь. Wow. Ого. Is that a music Это музыкальная box? шкатулка. Она работает? Ну, типа того. Ну как-то крипово выглядит. Медвежонок, честно говоря. Ну, что надо, чтобы я взаимодействовал с ним, давай. That's a nice melody. Какая приятная мелодия. На, можешь сюда карабкаться. Ну или да, я закарабкаюсь. Если ты не можешь. Я могу сюда залезть, нет? Ради внимания. Давай, побежали. Оп. Пока не упадем. Опа. What's this? А что это такое? Я думаю, это книга. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. За сушливым холме стояло пять животных. Конечно, хочется попить. Пропели они и начали копать. Если water, мы не найдем воду в этом колодце, well, we'll мы спрощаемся друг с другом навсегда. Well. Грустно. Но жизненно. Да. Так что, они там выкопали воду? Oh. О-о-о. Попал. Does it run? Он работает? How do you start it? Как его запустить? Да на кнопку нажми и все, смотри. Round and round and round. Круг за кругом, круг за кругом. Давай, давай. Hey. Слушай, сади меня к себе на спину. Я хочу тебе кое-что показать. Давай. Нам нужно какое-нибудь темное место. Ну, какое-нибудь темное место. Ну, пошли. Да, пошли. Нужно, чтобы было темно. Закрой дверь до конца. Что-то мне не нравится. Ты не педофил, а? Нужно, чтобы было темнее. Закрой дверь до конца. Блин, в смысле? Я и так нифига не вижу. Надеюсь, тут нет чудовищ. Ха-ха, смешной. А я-то как надеюсь. Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет полегче. А куда мне идти? F, чтобы обнять Тедди. О, ты светишься. Куда мне идти, Тедди? Я не понимаю. Может, сюда? Нет. Может сюда? Нет. Что сюда получается? Ни хрена себе. Сомневаюсь, что нам следует тут находиться. Мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. А мне-то как это не нравится, Тедди? Что это такое? Выключателем балуется, что ли? Ты это слышала? Ну, типа того. Кажется, что-то приближается.
There you are. Вот ты где. What are you doing in the closet? Что ты делаешь в шкафу? Oh, играешь с своим новым другом? Это Тедди. Hello, Mr. Bear. Привет, nice медвежонок Пэт. Познакомься. Как поживаешь? Нормально. Нормально, прям супер. Давай. Got... Ой. Нужно спрятаться от мамочки. Бляха, муха. Что происходит? Что-то было сейчас непонятно. Так, секунду. Вроде все нормально. Ладно, продолжай. О, Тедди. Да я так понимаю, нам в шкаф. Да надо куда. Алло, ты куда? Тедди? Тедди? Блять! А, зачем я на Space нажал? Я хотел посмотреть, что. Бляха, муха, такую сцену пропустил. А может заново как-то? Тедди. 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 Тедди, тебя кто-то взял. Алло, проснись. Алло. Все, пипец. Хана ему. Его забрали куда-то. А, подождите, а какого хрена? Кто меня толкает? Ух ты, ни хрена себе. Вот это разбудили нормально. Так, побежали за Тедди. Используй Q и E, чтобы заглядывать в углы. А, секунду, походу надо это настроить. Да нет, все есть. Почему-то они работают. Может, встать надо? Да, встать. Просто надо было встать. Я так понимаю, стул надо толкать туда, чтобы открыть дверь. Оп. В смысле? О. Побежали. Это ребенок орет или это Тедди? Сейчас, не сцени, я тебя вытащу. Спасибо. Что-то тут не так. Нам надо найти твою маму. Something's not right. We need to find you. Да, погнали. Это кто? Не, ну по-любому мама где-то здесь должна быть. Блях, не достану только. Это я могу двигать? Ничего я не могу. Не могу. Так. Где мамка-то может быть? А, о. Хотя нет, это бред. Во-первых, он сюда не залазит. Во-вторых, это бред. Давай вниз пойдем. Так, подожди. О. Надо вести себя очень тихо, чтобы нас не заметили. Не заметил. Так, кто нас должен заметить? Нет никого.
Даже не переживай. Бля, кто это был? Ты видел? Там в углу какая-то херня стояла. Кресло качается. Открой, пожалуйста. Ну, конечно же, он не дотянется, да? Не знаю, звук такой, как будто он пытается открыть дверь, но у него не получается. Но это, в принципе, логично. Ну давай. Ну. Ага. Так, ты кто? Фух. Мне кажется, он кругаля дает. Что это такое? Да не, нормально все. Спокойно. Мам. Вот сюда, да, на? Ага. Я понял, что должно было быть страшно, наверное. Темно вообще капец. Как в одном месте. Естественно, тебе что-то нужно. Угу, конечно. Как только так сразу давай. Плюс сколько вещей. Офигеть. Что, здесь твоя мама? Алло? Что? Ага, я понял. Садись. Тихо. Так, ну нормально. Что, ну хрень какая-то. И типа назад дойдем. Гениально. Бля, нихуя себе. Тихо, 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 тихо. Без паники. Так, я понял тебя, братан. Открой дверь. Открой. Здесь что-то есть. Что это такое? Не знаю. It's her. Это она. Hey. Эй, hello? Ты слышишь? Поглядите на маму. Ой, поглядите на мамину подвеску. Видишь отражение? Это мы, ты и я. Она принадлежит твоей бабушке. Наверное, она нас не слышит. Она словно летает где-то, в облаках. Может быть, это только воспоминания о ней? Ты у меня спрашиваешь? Я откуда знаю? Так, ну, и чё? Слушай, а ты уверен, что вообще стоит в эту трубу нам? Ладно, я предлагаю, наверное, на этом серию заканчивать. В следующей серии мы с тобой прыгнем в эту трубу и посмотрим, что там. Так что, давай. Кто не подписался, подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. Покеда!